1995 года мы вместе. Медиахолдинг «Истоки». Медиахолдинг «Истоки». 18 важных лет. Год 2006. 20-е зимние Олимпийские игры в Турине. Начинает работу Twitter, запускается крупная российская социальная сеть ВКонтакте. Редакция компании «Истоки» на конкурсе в Белгороде получает диплом за видеоролик о дороге добрых дел «Дом ветеранов». «Европа плюс Орел» получает диплом третьей степени на фестивале «Вместе радио» за новости в номинации «Информационная программа». Редактор Елена Сусоева. Поступила на работу Ольга Загорская. Важные события в 2006 году у наших партнеров. В Орле после 4 лет работы магазин «Эдем» становится местом постоянного обитания покупателей. Расположившись на улице Комсомольская, он явно впитал дух прошедших столетий. В 18 веке здесь была Крамская площадь. Славилась она ярмарками с внушительным выбором товаров от купцов до ремесленников. Размах тех лет сейчас царит в стенах «Эдема». Светильники, люстры, бра, посуда из фарфора, керамики и металла, сувениры. В них и предание старины глубокой, и новшество под названием хай-тек. При нынешнем богатстве выбора поход в Эдем превращается в искусство делать правильные покупки. Медиахолдинг «Истоки». 18 важных лет.